Готовы ли первоклассники Муравленко к обучению? На этой неделе в школах города пройдут мониторинговые исследования. В нем примут участие все участники первых классов, их родители и учителя. По мнению специалистов, до 40% детей приходят в первый класс не готовыми к обучению. Чтобы выяснить эмоциональное отношение первоклассника к аспектам учебной деятельности, ребятам предложат выполнить несколько простых заданий. Например, нарисовать человека, выполнить графический диктант. При этом дети работают в привычной обстановке в своем кабинете вместе с одноклассниками. Анкетирование пройдут и родители, и учителя. После обработки результатов родители смогут получить рекомендации, на что обратить внимание, какой навык ребенку необходимо развивать. Впервые такой мониторинг в нашем городе прошел в 2012 году.